Так, вот это микро-микро содержимое. Это куриный супчик. Заливаю кипяточком 3 минуты. Сейчас подразбухнет. Все, достаточно. Куриный супец. Пэ-пэм! Руки. Вот стоят так. 3 минуты. Ой. У тебя еще подожди, будь он мне как. Да. О, жрать-то охота, да. Жрать-то охота. И бабы и жижку эту. Да я бы сюда еще и сухариков добавил. Нельзя. Ну возьми. Нет, 5 не добавь надо, сухариков. Не вот по нему же. Не надо. Ой. Один каждый час орёт, жрать хочу. Жрать хочу. 5 раз жрать хочу. Голодный. Нет, ну надо час. Это, маленько, с это. Никаких. Это, жрать не хочет. Так часто мой. Нет, это совсем позывы. 5 его начинает. Ну он начинает опять это. Позывы с едой. Уже есть. Есть. Запрещать пить, много пить, сильно. Пить. Михила он рыбу поел. Хлеба штук 6 кусков. Почти всю сметану съел. Надо не осталась одна ложка, что я купила. Ругается, не ругается, пусть ругается хоть за это. Еще говорит, не наелся. Так нам не рвет репет, у нас тут тоже жизнь. Это китель выпил. Своя, и нам не рвет репет тоже. Своим этим эгоизмом. У меня еще суп я варила. Орет, все, мне дайте мне суп. Я голодный, у меня живот. Все, голодный, я есть хочу. Ой, короче. Веселье начинается у нас. Рыбу ел, доедал. Не, почему он поел, я эти 3 кусочка, как могла, маленько. Ты еще яичницу жарила сегодня? И киви съела. Чай зелененький маленько допью, и все. Вечер. Маленько к поварешку этого супа налью. Блендерю. Охлебаю. Водички надо еще пить. И все. Вся моя еда. Так, Игорь, мне и не надо это сидеть на диете. Я сегодня стала на весы. Я была 96, сейчас 93 сегодня. Так ты мало ешь эти дни. Ну так я неделю эту. Так что мне и не надо вот на этих пачках сидеть. Ну, конечно, еще сбрасывать, но... Я сейчас брошу и буду обычную еду кушать. Помаленьку буду кушать. Не так... Я и так немного ел там, по большому счету. Дело в том, что я не хочу ни колбасу, ни сало, ничего такое покупать. Потому что это... Ну, курицу вот так вот. Это... Ну, маслица, молочко, ну, сметану, так, вот такое. Я там сварила вообще что-то. Может, сегодня вечером будет салатик сделать. И весь его съест. Огурец, 3 яйца, 2 картошины. По-моему, зеленого лука нет. С маслом. Я не буду, и Игорь тоже не буду. Он хочет показать. Ну, салатик сегодня делать будет, да? Ну, встанет, готово все. Но вот все сразу не съест. С маслом хочет сделать. Показать. Mm. Сейчас супу навернет. Сухариками. Я бы, если не убрала сегодня утром эти сухарики, он с маслом. Доел бы. С маслом, да, он бы все эти съел. А с маслом.
Тоже многие не пишут, жалко вот, мы с мамой. Вы думаете, что жалко? Жалко, нет. Ребята, это надо его поддерживать. А он не хочет ни в какую. Нам не жалко. Он не хочет, потому что давить начинает вес. Что делать будем. Куда его в больницу никто не возьмет. Опять будут ругать, скажут, опять все откормили его. Ему хочется сала, котлеток. Я ему сегодня пюрешки дала, маслом тем более, маслом поставила, ну масло. Сухарики вот он. Вчера вечером в 10 часов он, у тебя есть яйца? Я говорю, есть у меня 4 яичка. Поджарь мне 2 яичка. А я сковородку-то вытащила. Я говорю, сколько тебе 2? Ну сковородка же большая, ну поджарь 3. А что смешного? Потом кто его карачить будет? У меня тоже здоровье силы нету его карачить. Разопрыгал его туда, на 200 килограмм. Все съел. Что смешного? Ой, смех и грех. Ой, все утром я говорю, я встала, он уже здесь. Уже руки вытирает, уже сахар померил. И уже тут... Цикория напился. Поживем, мы видим. Ну, что, о чем он думает? Я его отправлю да дальше. Да ничего не думает. Если разыгрывает дальше сам, я за ним больше не буду ездить. Не, он если не понимает, ну а что? У нас тоже надо жить. Что смешного-то? Ну давай я плакать буду, рыдать. Меньше давать ему. Я так скандалю. Он нас ругает. Игорь, я на холодильник замок не повешиваю, ни на один, на второй. На кран с чайником я тоже замки не повешиваю. Ну, буду я орать, стоять тут. И чё? Он тебе будет телепаться и набирать. Всё. Это сигареты у нас это спрятаны. А это-то, если бы он не ходил, дело другое. Не ходил, так значит... Давай, а так теперь он ходит сам, все. Это не там, а... Это... Да надо ему и сам подойдет спокойно. Ну, лениться еще, надо ходить побольше, двигаться, а он сидит. Он может кое-что сделать. Вот такой у нас Василий, что все же такое? А теперь уже под второй лет и в ней переодеваешься. Ну, привык, что ему дают, поносят, готово. О. Что 20 лет, что сейчас? Ну, что теперь? Да. Игорь, родители не выбирают. Ну, если сам не хочешь. Я вот выбрала. Только нас мучает. Теперь я до конца буду крестить. Если русский язык не понимает. Не переживай. Так а что не переживай? Мне же его карачи. Ну, давай тогда его куда-нибудь. Ну, на ту если не, по... не понимают. Знаешь, то, что мы вот это будем говорить, от этого толку нет. Ну, будем и каждый день. На меня смотрят, как на врага народа. Ну, и на меня тоже так же. Никакой диеты. Сегодня с этим суком замотал. Вот дешевые магазины есть. Где ты видел сейчас? Сейчас нету дешевых магазинов. Вот по такой-то, по такому-то адресу. Я хочу соки с мякотью. Соков не надо набрать. Я говорю, вон я тебе яблочки. Пожалуйста, ешь. Тут какие соки тебе. Съездите, купите мне соков. Соки. Сейчас же вот. Хинкали. Так вот и получается. Так, что я тут похлебал? Не знаю, что ты похлебал, что-то там у тебя
еще не разбухла. Господи, Игорь, кончай ты эту ерунду. Лингвистикой ты заниматься. Пустую чашку будем. Ну, вот желудок портишь, вот, честное слово. Да возьми ты еще чашку топать. А там мой последний пакетик на день. Низкокалорийные. Время они. Без 15,4. Ну, завтра еще там промучишься. Ну, раздели на сегодня еще на вечер и на завтра. И все. Там томить-то нечего, господи боже мой, пакетики. И ерунду не занимайся. Нормально ешь помаленьку, но нормально. Что ты там... Ты 200 килограмм весишь, что ли, ерундой страдаешь? Весишь нормально. Давай. Интересно, какой вес сейчас взвешиваемся, поставлю. За 2,5 суток не питание. Ну, тебе еще одежка. А я сейчас сниму, как было в этом. Через 2 часа будет 3 суток, как на этой диете. Сейчас я на черту поставлю. У тебя понедельник кончается, твоя диета. Завтра воскресенье, а потом понедельник. Я сейчас сниму кофту. Там рубашка. Ты сегодня взвешивалась? Маленько, у тебя вся грудь голая. И заправь рубашку. Сейчас я перезвешу. Нет, сейчас подожди, я на черту поставлю, черта как было. У мамы было 93, кого? Получается. Подожди маленько сейчас. Так, ладушки. Ничего. Начинаем. Ну я ровно поставил, резинка упала. Волос. Так, а ты когда начинал вот это вот? Я когда начинал, был тоже в такой же одежде, только в футболке. Ой, Игорь, 3 суток назад. У тебя рубаха сзади, я ну тебе и ладно, порвана, порвана. Короче, вес мой 3 суток назад был 93-200. В этой же самой одежде, только у меня заместо вот этой что, рубашки. Она была у тебя зашита, а сейчас вообще разодралась. Только у меня заместо этой рубашки была футболка. Взвешиваемся. Через 2 часа будет 3 суток вот такого питания. Вы сами решите, стоит ли на таком питании сидеть, я не знаю. Это фактически фиг его знает. Взвешивайся. Гляди ты эту рубаху, а? Ради Бога. Бог любит троицу. Что там? Сейчас я 3 раза. Взвешиваться. Чего? Я был 3 суток назад, получается, Бог любит троицу, на этом же самом месте, 93-200. Это... Сколько там у тебя? Сколько у меня? Игорь, смени ты, блядь. Мам, да отстань ты от меня, не лядькой. Ну что ты лядькаешь, сидишь, лядь да лядь. Сиди тоже. Так она у тебя под 3, он до пояса разодралась вся. Ну что ты, равняйся. Че, сколько там? Да подожди, сейчас выровняется. Пометки пойти. А? Вообще ему какой-то показывает. Сейчас будем дальше взвешиваться, пометки ставить. Я думаю, 88-350. По черточке ставлю. Вот здесь черточка на этом, на линолеуме. Дальше. Что-то
погоду показываешь. Да весы-то нормальные они, рабочие весы. Ну, нормальные весы, я же утром вставала на весы. Ну, пол неровный, значит. А да, поставь. 88-20. Восемьдесят восемь двести, точнее. Еще раз. Давай, давай. Что ты так быстро за три дня на 5 килограмм, что ли, похудел? Да ну. Опять 88-200. Показывайся, показывайся. Это что-то быстро. Это что-то быстро. Так я же этим ничем не наедаюсь абсолютно. Ну так я тоже не ем. Так ты-то не ешь, да. Ну, потому что мне не едай. Ну, я этим не наедаюсь абсолютно. Так как голодный голод. Ну-ка еще. Заключительный по фен-шую. Ждем. Стой. Поехали. Я вам показывал. 200 140. Давай оделайся нормально. Полы вроде ровно. Восемьдесят восемь двести. Восемьдесят восемь двести. Было трое суток назад 93-200. Притом на той же самой черточке, сколько раз не бегал. Перепад получается 4 килограмма. Перепад за трое суток. Ну, пакетик, говорит. Сейчас я здесь протру. Все, что оно чистое. Ровно. Ну, 88-200. Ну, напишут, что ты ходишь ободранник. Чего ободранник? Это вентиляция. Ну, так ты как ты еще дальше убахала. Возьми ты, сними ее. Так еще пишут. Нормально, сейчас попку водимую. Игорь. Надо унести. Сейчас я унесу. Ой. Так что сами думайте, нужны ли такие диеты, тем более это много. Кстати, в воде я себе абсолютно не отказываю, и воды пил довольно много сегодня. Я кофе без сахара пью, вообще без сахара пью его, но воды я много сегодня пил. В воде прям нет никакого отказа в воде. А я вот сегодня это, чай попила, эту смородина. Подали мы ее. И чуть-чуть добавляли этого сахарозаменителя. Так что думайте. Думайте сами. Решайте сами. Я бы вообще, честно, порекомендовал для каждого индивидуально, кому как подходит. И думаю, вот этот набор, он подходит для женщин. Потому что для мужчин это... То есть это, а я не называю, чего я делаю, ну вот какую именно, что производитель. Короче, в общем, никакой рекламы нет, производителя не называю, сами решайте. Сами думайте, думайте, думайте. А у нас идет своя игра. Ладно, результат виден. Потом вечером еще супчика похлебаю, но воды много пью. Воды пью много. Ладушки. Ладушки, ладушки. Так, а у меня овсянка. Овсянка тоже из пакетика. Это третья на сегодня получается. Все достаточно.
просто она распарится. Да? Диета, вот вам и диета. Овсянка, я утром ее не стал. Отложил ее на вечер. Кстати, овсянка вкусная. Корица, яблоко. Немножко все это, пусть она спарится. 5 минут надо, чтобы постояла. Я вообще скажу так. Вот как мне такая диета не подходит. Мне подходит диета, когда кушаешь утром, либо в обед, один раз в день. Вот именно для меня такая диета намного лучше. Но ты кушаешь все, что хочешь. Начиная, хочешь сало, хлеба, ну максимально один раз в день до часу. До часу дня? Да, до часу дня. Но один раз в день. Все, что организм потребует, потому что организм все-таки как часики требует того, берешь просто, но ешь и все. Получается, до 2 часов ты уже дня не ешь. Наелся, все, получил то, что захотел. Организм захотел куриное яйцо, организм захотел сладость, организм захотел, например, сало. Чувствуешь, каких-то микроэлементов все равно не хватает. Для меня в идеале это кушать один раз в день, если хочешь похудеть, постройнеть, один раз в день все, что душа потребует. Такая она самая более приемлемая. А вот именно нехватка калорий, получается 3 пакетика в сутки, это утренняя каша. Это не по мне. Не по мне. Организм же приучаешь утром. Терпи, завтра утром будет. Что там, колбаска, сосиска, что приготовишь? Что это? Ты уже ждешь. То есть ждешь, что завтра, да, будет вкусняшка. Утром поешь и все. И вес, кстати, теряется тоже быстро. Воды, как я уже сказал, я довольно много воды пью. Я пью вот этот кофе, он уже еще как мочегонный идет. Кофе без сахара, даже без сахарозаменителей. Настроение оно как вроде подавленное, вроде как это. Завтра утром контрольное взвешивание. И все. Посмотрим. Главное, 2-3 дня, по идее. Смотрите, 2-3 дня, когда ты продержишься вот максимально, потом легче. Потом легче. Время получается 17:00. Это уже ужин. Похлебать. По факту, вот эти 3 пакетика, они максимум дают 150 калорий на сутки. 3 пакетика вот эти 150 калорий дают максимально на сутки. При минимальном потреблении 1500 калорий у женщин и 2000 калорий у мужчин. То есть каждая пачка фактически 50, 45, 55 калорий. Самое главное, что сбросить и держать вес основное. Кушать обычную еду, но немного. То есть
на плюс, то если вот скинул, то, например, сколько, 93 200 был, сейчас 88 200, за трое суток это очень много. Получается 4 килограмма. Тут даже килограмм наберешь, и то 3 килограмма это уже плюс. Когда закончишь сидеть на этой диете. А вот какашка, вот эта овсянка, яблоко с корицей, мне нравится. Она такая прикольная. Раз нахлебаться и все. Это быстро скидывает людям первые дни, у которых вес за 150. 200-150 килограмм. Для них в неделю скинуть 7 килограмм это нормально. 5-7 килограмм. 5-7 килограмм это идеально. Потому что объем большой. Ладно, завтра посмотрим. Как говорится, не унывать. Держать нос по ветру. Лишь бы не падал иммунитет. Зимой бы это как бы нежелательно. Так получается 150 калорий в сутки. Ну плюс кофе. Вода. Или простая. Это маловато. Да? Блядь. Ой, наелся, объелся. Нет, действительно, так что провалилось. О. Да. Тут главное перетерпеть. Ну, такая диета. Ну, 4 много. Если нормально они показывают. Просто я само изначально он как взвешивался. 3 раза показывал вес. 4 килограмма это много. За 3 суток. Резкий скачок. Кстати, многие пишут, вот как ты быстро, если скинул, ты быстро наберешь вес. Да нифига подумал. Это не волшебная палочка, чтобы быстро вес набрать. Если ты будешь кушать изначально то, что немного, но нормально, вот эту еду, которую хочешь, ну, то ты не наберешь. А так получилось, 2 года назад я последний раз сидел на диете, я прибавил только 3 килограмма получается. За 2 года это хороший результат. Мне постоянно 90 держалось. 89, 90 килограмм вес. 93, 200 это уже предел. Это такой момент, щелчок, когда надо немного подсбросить и дальше держать вес. Может в роликах я и казался, что кушал постоянно, хотя я держал. Не кушал только в роликах. Ладно, как говорится, людям, не расположенным в полноте, у которых быстрый метаболизм, этого не понять. Ну, я по генетике расположен в полноте. Кто-то, например, ест, жрет, ходит в туалет, как утка, например. И ни одного грамма не откладывается. А кому-то стоит скушать кусочек любой, и сразу моментально появляется. От метаболизма зависит генетика. Ладно, не будем грустить, сидеть, печаливаться, сиди, не сиди, как говорится. Ну, поделился с вами. Перекусишь, не хочется. Минут 15 пройдет, хочется опять кушать.
Ну, держусь. Держусь. Кошка. Маляшка. Так, на сегодня все тогда. Всем вкусняшек, отличнейшего настроения. Не надо это сделать. Для меня я уже объяснил, для меня лучше есть один раз в день. Все, что организм потребует. Я думаю, это намного правильнее. Потому что ты все равно через какие-то дни начинаешь чувствовать, что тебе не хватает. Тебе не хватает лимончика. Тебе, например, не хватает огурца. Ты ждешь на следующий день. Тебе того-того не хватает. Вот ты уже чувствуешь, что тебе не хватает. А если я сейчас начну нарушать, то это уже никакая не диета. Так что терпим. Как говорится, девчонки, бабоньки, женщины, если сели на диету, держитесь, не хомячьи по ночам. Держитесь. Ну, если большой вес, то он скидывается быстрее, сбрасывается в килограммном соотношении. Рядушки, что сидеть, грустить? Да все грустят, кто на диетах сидит. Всем вкусняшек, отличного настроения. Сегодня такой тягомодный ролик про диетическое питание. Каждому по-разному. Мне один раз в день. Но все, что организм потребует, так лучше. Кому-то три раза в день, кому-то по много раз в день. Кто-то вообще намного всего вот этого. Кто-то вообще на голове стоит, ходит, либо солнцем питается, ходит. В общем, у каждого свое. Но если скидывать надо хоть немного килограмм, это будет лучше, хоть немного. И стараться не прибавить. Максимум можно прибавить 1 килограмм после диеты. И все, ни больше, ни меньше. Стараться держать. Ладно, с вами был Сынуля Красотуля, Мамуля Умнуля. Всем пока-пока. Держитесь. Обоняние обостряется, когда хочется кушать на запахе продуктов. Ну, видите, если долго еще сидеть, например, как объяснить, если долго сидишь, как я долго сидел на диете, я много скидывал большой вес. Ну, для меня не сильно большой, но так на тот момент большой был. А привыкаешь, после 3 суток уже привыкаешь, уже не тянет. А вот это такой период. Все, с вами был я, не буду нудить. Всем пока-пока.